Ева, ты тут с Викой играешь? Держи, какого тебе я тут динозаврика принесла. Пойдем мультики с тобой посмотрим, Ев, пойдем, и ты мне зубы свои покажешь, давай. Давай, отлично. И мама с папой тоже с нами пойдут, да? Верно, мы с тобой пройдем, да? Маленькую волшебную пройдем. Ой, катаемся, как на каруселях. Ой, здорово, все, не катаю больше. Одену варежки сейчас, черничные, и проверю твои зубки, хорошо? Чтобы накрасим блеском. Красиво, ой, давай. Нет, не будем, все. Фонарик. Открывай широко ротик, посмотрим. Вот это да! Целых 20 зубов у тебя во рту. Динозавра сфотографируем, давай. Вот, смотри, кругляшок от динозавра сфотографировали. Вот это да! Здорово! Давай вот так вот. Вот это да! Какие у нас теперь красивые зубы, да? Бей 5. Отлично! Ну что, пойдем подарки выбирать? У нас все хорошо, все прекрасно. Десна зажила потрясающе. Чистим утром и вечером зубки. Вечером пользуемся укрепляющим гелем. Тусмусом. Пользуйтесь, как дает. Мы еще один раз мазали, не дается вообще. То есть как бы у нас как получается? То, что она ей помажет, и она сразу бежит кушать. Либо хотя бы минут 15 нужно не кушать. В идеале сразу же ложиться спать. Все прекрасно, мы с вами спасли все зубы, теперь у нас улыбка красивая, а мы собирались каких-то из зубов удалять. Да. Пойдем, побежали? Так. Так, что у нас тут есть, Ева? Вот это да, бусинки! Сейчас мы провели осмотр Еве после лечения во сне спустя одну неделю. Ева обратилась к нам вот с такой вот исходной ситуацией. У Евы разрушены передние 4 зуба, и жевательные зубы тоже были разрушены. У Евы зубы уже болели. Мы провели лечение в условиях общего обезболивания и вылечили все 4 зуба. Спустя неделю после лечения наша улыбка выглядит вот так вот красиво. Родители довольны, ребенок счастлив, улыбается, зубы восстановлены коронками. И теперь у нас на этих зубах не будет кариеса.